Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать в игре Терратеч, выживать и развиваться. Собственно говоря, я тут вне записи немножечко пофармил. Вот, немножечко, пару квестов я выполнил всего-навсего, но они мне неплохо так помогли. Сейчас вот, да... перерабатываю вот эти вот куски. Тут, здесь все, чтобы понимали, было деревьями наполнено. И, собственно говоря, теперь их нет. Угадайте, почему? Да, я делал квест. Тот самый квест. Так, давай вот это вот дело собирай. Также у нас наконец-таки появились гусеничные, скажем так, эти не колеса, а приводы, наверное, правильно называть, не знаю. Куча заданий от GSO, и нет заданий от Geocorp'а. Так, давай смотреть. Угу. Собственно, гусеничный трак. Да, точно, гусеничный трак появился, но он стоит что-то уж очень-очень много. Так, гусеничный трак. Ладно, окей. Это очень плохо, это очень печально. И я прям расстроен. Но плюсы есть везде. У нас один такой гусеничный трак центральный есть. Ну да, он и здесь центральный. И также нам выпали все-таки батареи. Но батареи батареями. Сейчас мы вот это вот дело скинем. Так, забыл я скинуть вот эти вот штуки. Вот это вот отправим. Я не помню, как сохранять вот эти вот модели все, чтобы в дальнейшем можно построить. По-моему, можно делать там снимок, образно говоря. Вроде как это должно сохраняться. Давай вот это вот скинем. Вот это скинем и вот это вот скинем. Эти вещи нам нужны не будут. Скинем также вот это и вот это. Давай выставим все более, скажем так, цивилизованно. Так, вот это вниз, вот это сюда. И пусть вот так и будет. На самом деле, единственный момент, нужно все-таки какую-никакую защиту поставить. У нас ее более чем достаточно вот таким вот образом. Даже нет, не таким образом. Ай, это все печально, очень печально. У нас, ну давай вот так сделаем. Хоть немножко надо будет перегородить это все дело, чтобы нас не смогли быстро убрать в процессе. Так, большой груз. Да, найдите ящик доставки. Геокорп нам нужно, жизненно просто необходимо прокачивать. Так, давай. Во. Прекрасно.
Блин, сюда мы даже выехать не можем. И это уже очень плохо. Так, это что такое? Так, давай, рассыпайся, скотина. Так, о, у нас появились первые эти ракетницы. Да, блин, вы откуда взялись? Небольшой блок, ну, блин, мы его разрушим. Так или иначе, а большой блок нам очень даже не помешал. Вот эта вот штука классная. Очень классная. Но не пикап. Мелочь, ты совсем что ли охреневшая? Давай, падай, падай. Это не прикольно, то есть колеса хорошие, но такое себе. Мне они не нравятся, зато нравится вот этот вот угловой. Так, тихо, тихо, давай. Где вот здесь, да? Где-то еще разбился. Так, вот эти вот. Да, стреляет. Стреляет, но не так, как надо. Не так, как надо. Давай, отправляем все. Отправляем все домой. Ой, блин. Ну, тут собрать нечего. Поехали, ящик доставки. Нам нужен геокод. Так, тихо. А в чем проблема? Что ты... так неадекватно уезжаешь? Хотя в принципе понятно, что он так это его дергает, у него одно колесо не родное, поэтому давай сейчас вот здесь вот встанем, посмотрим, есть ли тут колеса у нас. Ай, колес у нас нет, поэтому поехали отсюда и поехали пустыню. В пустыню. Объезжать я не хочу. Придется забираться вот таким образом. Даже это не пустыня, это... Так, не хочешь ты влазить? Ну, вот таким незамысловатым образом. А, они походу пофиксили эту тему. Частично, но пофиксили. То есть сейчас забираться не получится вот так просто. Страшно как. Так, вот здесь хорошо геокорд находится. Так, давай показываем, будет добавляться 12 XP.
Это очень хорошо на самом деле. Так, у нас еще... Так, это не у меня отваливается. Так. Ну, на самом деле, такое... Не очень приятная тема. Ну и на этом, как говорится, спасибо. Торговые станции пополнились. Это хорошо, что они пополнились. Собиратель-мастер, разбейте камни. Что я могу сказать? Давай ставься на этот, заряжайся. Так, а что можно поставить-то? Блин, ну это... Давай поставим вот эту вот штуку, чтобы можно было выкидывать. Так, тихо. Давай, не буянь, игра. Не буянь. Сейчас мы вот это вот все скинем. У кого там в Геокорп было что полезное по этой части? Так, неинтересно, неинтересно. Вот. Вот она, бур. Молотилка. Ну, вообще подойдет бур, но прямой перфоратор, циркулярная пила, валка деревьев, все на мелкие кусочки. Молотилка от компании совмещает в себе дробилку и сборщик. Отличное техническое решение, позволяющее объединить сбор и хранение ресурсов в одном блоке. Исходный прототип этого блока. Так, деревья пополам. Плазменный резак наклонный. Ну давай вот эти вот поставим. Что нам тут терять-то? Вот это вот отправим. Поехали. Ух, ёб! Вот это вот плохо. Это очень плохо. Это, мать его, совсем плохо. Эл, тихо. Это совсем плохо. 6, 5, 4. Блин, ну я в принципе, может я с ним справлюсь, а может и не справлюсь. А я с ним должен справиться. Так. Офигенно. У меня есть колеса. Теперь много колес. И, ребят... Давай вот это вот дело собирай. Так, вот это вот
Собирай. Так, все он собрал. Нет, не все, потому что там он еще колесики валяются. Какие-то колеса здоровенные, вы сами видели. Геокорповские. Давай вот это вот тоже собирай. Ну, это хорошо, что мы справились с этой темой. Давай заряжаемся. И пойдем сейчас камни собирать. Для этого надо поставить... Что можно поставить? А поставить вот эту вот штуку. Ой, блин, вообще классная тема. Я про них вообще забыл. Абсолютно забыл. Давай вот так, так, так. Вот здесь вот эту вот тему вот так ставим. Так. Вот. Вот. Ну, делаем такой своеобразный щит. Пусть будет. Так, якорь давай снял. Поехали. Блин, я реально испугался за вот эту тему, потому что я помню, какие, блин, жесткие эти твари вот, просто прилетают. Так, встал, застрял. Поехали. Выйдешь. Я думаю, выйдешь. Давай, давай, отлучься. О, 10 камней целых собрали. Сейчас разберемся. Совсем разберемся. Так, тихо. Что за хрень? Почему? Так, ну вот это вот мне очень не нравится. То есть игра начинает баговаться. Из-за чего баговаться? Мне, я не пойму. То есть меня тянет назад. Так, тихо. Тихо. Не надо. Не надо вот этого. Давай, выезжай на нормальную территорию. Так, и стал. Ну, молодец. Поехали.
Бабах. Давай. Слазь. И здесь немножко сейчас надо будет покуролесить. Расхреначить эти. Камней. Нам нужны траки. Ага, все. Камни поразбивали, блин. Не. Нужен полноценный харвестер. Так, ну тут полезные штуки есть, поэтому это хорошо, уже хорошо. Ну что делаем? Сейчас собираем. Собираем все. Вот эту вот тему, я не знаю, поставить на переработку. Было бы на самом деле неплохо, у меня денежка появилась. На переработку, значит, да, можно поставить. Ну, давай вот здесь. Вот здесь и... Вот так. Переработчик ресурсов. Вот так. И здесь вот так. Прекрасно, сейчас он будет перерабатывать потихоньку. Так, чего мы можем еще сделать? А, больше ничего сделать не можем. Просто постоять, подождать. Просто постоять и подождать. И на самом деле нужно будет сейчас делать... тему. Делать себе нормальный харвестер. Такой, чтобы и в бою можно было не это, не бояться за него. Давай пока изучим, что у нас есть. У нас есть средняя батарея и ремонтное поле. Но этого мало. Очень и очень мало. Ни хрена. Они вырастают. Оно вырастает. Это прикольно. Это очень прикольно. По 30. Ну, таких средних батарей нам нужно много. Нужно хотя бы еще... 3 штуки. Хотя бы 3 штуки, чтобы мы себя как-то могли реализовать. Что у нас еще есть? У нас есть также 8 колес. Здоровяк. Так, колесо Елкор. Уровень 3. Уровень 3. В мире оно больше, да не большое, да неприличие. Да, большое колесико. Здесь пока перерабатывается. Вот это вот сразу снять. Пусть... Так, стоп, куда ты улетела? Куда ты улетела? Давай вот это вот. Блин, ну на базе вот этих вот больших колес будем что-то делать. А там посмотрим. Так, вот это вот отправляем. 44 тысячи, да, у нас.
Помимо этого, у нас не особо много оружия. Вот эта вот штука полезная. Очень и очень. Она мне нужна в больших, просто в огромных количествах. Путеочиститель. А, ну понятно. Так, бур Цербер. Взять пару таких. Хотя мы очень много получим в конечном итоге. Так, давай вот сюда передислоцируемся. Так, так, так. Самое херовое, если сейчас на нас начнут нападать. Это будет самое херовое, поэтому... Надо оперативненько. Так. Дэна. Не надо тут вот этого вот безобразия. Так, а где у меня сама кабина? Кабина у меня, по-моему, вот. Вот. Так. Давай, Геокорп. Ставься вот сюда. О, блин. Так. И давай смотреть. У нас есть что? У нас геокорповских. Ну, давай. Все, не хочешь показывать? Геокорповские. Да, достаточно этих блоков. Блоков достаточно. Давайте смотреть. Давай теперь смотреть. Надо... Где оно есть-то? Вот это поставить. Потом поставить вот это. Что еще нам тут надо влепить? Взрывной болт, уровня топлива. Тоже поставить. Топлива у нас нет, не нужно. Пока не нужно, забирай. Давай смотреть. Штормовой фонарь не интересен. Берем вот это. Вот так. Так, так. Вот это дело надо заделывать. Это я точно знаю. Ибо другого варианта у нас особо-то и нет. Так, у меня там ворочает дверь. Пытаются открывать. Эта сестра пришла. Вот, так, ты, друг. Запасная. Хреновенько, запасная кабина. Давай мы тебя вот сюда влепим. Так, тихо, тихо. Ладно, принять задание. Так. Вот так. Пусть будет. Запасная кабина всегда штука полезная. И теперь делаем следующее. Здесь мы вроде отгородились, да? Даже вот так вот нужно.
сделать. Так, батарея. Батарея GeoCorp. Вот она, да? Вот это ремонтное поле. Ремонтное поле у нас спереди будет стоять, большое такое. Хотя нет, скинуть его надо. Вот туда. Вот это вот здесь. Вот таким образом поставить. Так. Давайте смотреть. Защитное поле, ремонтное поле. Вот это убрать. Ремонтное поле вот сюда. Блин, защитное поле у этих. Забыл, как их называют. Да. Так, вот так. Вот так. Норм. Норм, норм. Другая фракция. Вот эта вот черная. Хавки. Хавка. Ну, понятно. Так. Давай смотреть. Так, 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 так. Колеса какие мы сюда поставить можем? Вот эти, да? Блин. Ага. Ну, я думаю, неплохо. На три колеса таких больших. Сейчас вот здесь платформу увеличим. А ну... Я думаю, не так плохо. Давай вот это вот сюда. Даже нет, не сюда. Давай сделаем по-другому. Давай... А, я же не смогу это все дело выставить правильно. Давай ставим платформу. Даже не платформу, а... Электроэнергию нам надо сейчас вот эту вот. Так. Так, так. И вот сюда. Пусть наполняется. И посмотрим, как перекрывает. То есть хилить будет прилично. То есть здесь можно... выставить. Вот это будет передняя часть, как я понимаю. Или вот это передняя часть. Да, вот передняя часть. Здесь надо будет пушки все ставить. А тут будем выставлять вот эти вот батареи и прочие моменты интересные. Без которых жизнь нам не мила. Так, далее. Давай смотреть. Вот, три. Три вот здесь. Заделываем. Здесь тоже заделываем. Так, тут у нас что? Вот такой вариант, да? Блин, нудное это дело на самом деле выстраивать вот это вот все. Но
Потом мы будем гусеничный, на гусеничном ходу делать эту тему. Потому что на гусеничном ходу это самая-самая офигенная штука. Так, давай смотрим, здесь у нас есть, заделываем. Вот это все надо заделать. Ага, даже так. Окей. Так, так, так. Вот. А что я делаю? У нас же есть этот. Молотилка. Хорошая. Даже не то, что молотилка. Сейчас посмотрим, как с этим всем делом будут работать... буры. Так, вот эти вот буры. Работать они, в принципе, должны хорошо, как я понимаю. Так, так, так. Вот здесь. Выставляем. Тут сейчас нарастим. Нам нужно сделать из этого агрегата прям такую неубиваемую хорошую машину. Так. Так, ну здесь еще можно. Пусть там будет немножко выпирать. Там мы броню повесим. Повесим броню хорошую. Так. А, что у нас здесь? А здесь у нас тема такая неприятная. Так, тихо, тихо. Медленный, очень медленный. Ему мешают эти. То есть он не поворотливый, но я думаю, более-менее мощный. То есть он, ну, по прямой будет переть. Да, это не очень хорошо в нашем случае. Но тем не менее, давай вот это вот дело сейчас выкинем по максимуму. Ну, сами понимаете, у нас их нет, фармить у меня сейчас на них времени нет. И поэтому сейчас... заберем просто-напросто. Просто-напросто возьмем, выстроим вот такую вот тему. Так, тут загородились. Здесь загородились. Блин, я же не поставил еще броню. Броню-то я не поставил. А она у нас...
Она у нас вот здесь. У меня только два генератора защитного поля. В принципе, перекрывает по чуть-чуть. Перекрывает. А тут... Тут нету ничего такого. Блин, средняя батарея. Геокорп 5. Давай их сейчас выкинем. Пусть соберет. Пока будем, значит, так. Проблема в том, что... Ну... Нам будет тяжко. Очень и очень тяжко. Вот с этим всем делом. Так. Ладно, выстраиваем атакующую. Так, тихо. Переставить придется. Вот так. Вот эти вот штуки мы выставим вот таким образом. Они, видите, они стреляют так поверху, поэтому могут довольно-таки нехило наваливать, я так думаю, из-за прикрытия. Так, далее вот эту вот тему. Ну вот эта вот штука вообще лютая. Она просто изничтожать должна. Так, а ну-ка. Ага. Надо вот это вот перенести вот сюда. И будет все более или менее приемлемо. Так. Нормально, нормально, нормально. То есть я думаю, вот такой вот вариант очень даже неплох. Единственный момент, надо тут все-таки некоторые моменты заделать хорошенько. Даже не то, что заделать, а нарастить. Вот, видите, здесь есть место еще для пушек. Так, тихо, не буянь. Не буянь, давай сюда. И можно, как раз вот у нас остается по одной штучке. Сделаем вот так. Пойдет. Я считаю, что вот такой вариант пойдет. Единственный момент, нужно сделать здесь, поставить этот, еще одну хилку, чтобы она перекрывала все-таки все. Так, и... Так, где оно есть-то? Электроэнергия. Давай вот это вот дело. А я их три штуки могу поставить, да? Так, это очень плохо. Но тем не менее. Давай еще закупимся. Вот
этого делаем. Блин, у меня все деньги ушли чисто на блоки. Ну окей, ладно. На блоки так на блоки. Сейчас мы будем делать... Что мы будем делать? Что-нибудь да придумаем. Так, так или иначе, нам нужно вот эту вот тему допиливать. Вот здесь надо защиту выставлять какую-то. Блин, я не знаю, как это все дело более-менее грамотно реализовать. Давай это вот сюда отправляй. То есть нам только вот в лобовую драться с ними, потому что... Ну, у меня подозрение... Так. Так, так, вот, да, правильное подозрение. У меня подозрение, что... Нас просто объедут и... жестко накажут. Вот. Вот это вот, да, работает. Работает, и это хорошо. Давай ставим это все вот сюда. Вот сюда. Здесь, соответственно, так, так. Тут сейчас заделаем все как надо. Вот так. Так, так. Вот так. А еще, наверное, вот так. Пусть будет. Смотрим. У нас 40 штук вот этих блоков есть. Да? Да. Наверное, вот это снять. Это вот снять. Мы опробуем так или иначе нашу машину для убийства. Так, 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 так. Это дело опробуем. Давай вот так, так и так. Пусть будет. Якорь нам мешать не будет здесь. Мы единственное поставим тут бронь. Ну, вот таким вот образом. Так, вот так, вот так. То есть пусть будет сзади бронь. Она никому не помешает. Я так думаю, по крайней мере. Вот здесь. Давай еще посмотрим, что можно влепить. Так. У нас как раз две этих есть. Ай, блин, вот за это я не люблю эту игру. Потому что, ну, с ней не все так просто, как кажется. Давай вот это выкинем. Так, батареи у нас мощные. Это хорошо, но нехорошо то, что они у нас открыты. Ровно как и все остальное. Так, так, так.
У нас это должна быть вообще лютая крепость. Просто, мать его, лютая крепость. Но у меня не хватит этих даже пластин. Бронепластин. Потому что их не хватит. Так. Прилетел драйвер для GeForce. И на этом мы закончим.